Очень простой рецепт фаршированных кабачков, которые к тому же получаются невероятно вкусными и эффектными. Блюдо вполне можно подать на праздничный стол. Интересно? Тогда приглашаю. Кабачки для рецепта можно взять любые. С молодых, как у меня, кожицу можно не снимать, а с крупных снимите. В фарш добавляйте любые специи или травки, выбирайте все на свой вкус. Для детей я делаю это блюдо без специй. А как приготовить диетические кабачки, смотрите в пошаговом рецепте. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кабачки тщательно помойте, срежьте кончики, нарежьте кружочками, толщиной 2-2,5 см ложкой удалите из каждого кружка мякоть, оставляя дно и стенки, т.е. формируем своеобразную чашечку, как на фото. С помощью вилки взбиваем яйцо солью. Лук чистим, моем, мелко рубим, помидор моем, очищаем от кожицы, мякоть мелко нарезаем, соединяем все это с фаршем, добавляем яйцо и тщательно перемешиваем, солим фарш по вкусу. Подписавшимся, больше вкусностей. Чашечки из кабачка расставляем в форме для запекания или на противень. Начиняем и ставим запекаться на 40 минут при температуре 180 градусов. Наши диетические кабачки готовы, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Кабачки, 2 штуки, молодые. Фарш индейки, 300 грамм. Помидор, 1 штука. Лук репчатый, 1 штука. Яйцо куриное, 1 штука. Соль, по вкусу. Количество порций, 10-12. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Заходите снова.